Привет, друзья! В этом видео я хочу вам просто показать, как открыть вот эту дверь в гардеробную с помощью силы воли. То есть не прикладывая никаких усилий, не применяя никаких, абсолютно никаких хитростей. Вот гардеробная. Видим, что никого здесь нет. Так, начинаем. Начинаем. Дверь обычная на 60 сантиметров. То есть обычная дверь в гардеробную. Высота около 2 метров. Так. Замок. Итак, начинаем. Давайте я установлю камеру, чтобы было хорошо видно нам дверь. Так, и приступаем к открытию двери. Для этого, то есть не надо быть никаким там зомби, не надо быть никаким-то духом, и просто пытаемся открыть дверь. Итак, как открыть дверь с помощью паранормальных... Так, начинаем. Не получилось у меня. Не получилось, вероятно, из-за облака. Ладно, попробуем.